И всем привет! С вами Сюфро, и сегодня покажу вам, как объединять шейдеры трупаки в Майнкрафте Patreon. Что ж, для этого, во-первых, понадобится обычный архиватор, точнее, есть проводник. Да, я всегда пользуюсь им, ну, или обычный проводник, который имеет свойство распаковывать и сжать zip-архивы, да. Ну что ж, для этого, во-первых, опять же понадобится текстурпак и сам шейдер. Распаковываем сам текстурпак. Вот, ставим его на распаковку. Ждем маленько. Копируем наш шейдер-пак. И вставляем в папку с текстурпаком. И у нас получится примерно так. Но я допустил ошибку, нам нужно сначала распаковать наши шейдеры. Вот опять же распаковываем и маленько ждем. После чего берем папку шейдеров, вторую папку шейдеров, а не первую, и копируете и вставляете опять же текстуру пак. Сейчас вы все увидите, как надо делать. И после чего лишний zip-архив вы просто-напросто удаляете. И теперь осталась последняя задача. Выходим из этой папки. И папку, которая у нас находится, текстурпак и шейдерпак, просто-напросто превращаем в архив. Сейчас я переименую, чтобы у меня не повторился мой текстурпак. Чтобы имя не повторялось. Ну и теперь, как я сказал, просто мы сжимаем наш файл. Опять же, маленько ждем. И у нас получится готовый текстурпак со встроенными шейдерами. Да, все, как видите, оказывается просто. Вот, надеюсь, этот видеоурок заслуживает лайка. Ну что ж, с вами был Стив Про. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.